Всем добра и благополучия. Проект «Нарды». Очень важно обращать внимание на взаимодействие цветов. Порой можно ошибаться, порой можно что-то не так попробовать. Но в целом, чтобы увидеть, каков будет результат, необходимо прежде всего поэкспериментировать путем тренинга. Работа предоставлена Кириллу. Вот такой вот результат в конечном результате у нас выходит. Залог успеха. Это прежде всего внимательно слушать, это послушание, это терпение, само собой учиться. Когда мы пребываем в данном состоянии и усердно движемся к осваиванию всего данного, следовательно, мы получаем результат. Не мог, чтобы не показать вам всем, что в конечном результате получается посредством несложных приемов и посредством приемов и взаимодействия именно с самовыражением индивидуально, лично человека. Тогда ваши контуры, ваши выемки, трансформации преобразуются во что-то необычное, во что-то оригинальное. Очень приятно смотреть на все данное. Что ты тут еще скажешь? Всем вам удачного просмотра и приятного просмотра, потому что просмотр не может быть неудачным. Кого-то поднатолкнет в идеях и прочем. С наилучшими пожеланиями я к вам.